4 миллионам россиян повысят минимальный размер оплаты труда уже со следующего года. Министерством труда страны подготовлен соответствующий документ. Так, прожиточный минимум будет установлен за второй квартал этого года. В соответствии с законом эта сумма и будет определяющей для минимального размера оплаты труда, который индексируется ежегодно с 1 января. Предварительная сумма может составить 12 300 рублей, тогда как сейчас она почти на 1000 меньше.